В доме есть консьерж. Педро, Энрике! Мария? Можешь отдохнуть. Здравствуйте, миссис Райтшит. Она тебя эксплуатирует. Для людей ты делаешь все. Ты слишком добрая, как и твой муж, слишком мягкая. Вынуждены сообщить, что ваш брат на прошлой неделе умер. Вы унаследовали его дом и фирму Квинтаденому, которая занимается экспортом вина. Мы богаты! Что они подумают? После 30 лет тяжелого труда Мария и Хосе заслужили отдых. У меня будет свой дом в Португалии. Улыбнитесь. Моя собственная сестра, и даже не сказала. Мария возвращается в Португалию. Неужели? Если бы Хосе собирался уходить, я бы первым узнал. Сказала никому не рассказывать. Так и мне не рассказывай. И я подумал, наверняка у моего друга Хосе есть и другие стремления. Можно прицепить трейлер? Сейчас посмотрим. Я собираюсь повысить тебе зарплату. Все согласны? Надо, чтобы они остались в этом доме. Золотая клетка. Папа, мама, я влюбился. Ее зовут Паула Рибейро. Отличные новости. Пауле не нравятся португальцы. Это Шарль Кайлю. Надо пригласить их на обед. Я по уши в дерьме. Соберемся на гаспачо. Все будет хорошо. Интересно, португальцы любят гаспачо? Португальская комедия. Что мы будем делать, если останемся одни в этом огромном доме? Я никуда не поеду, ты же знаешь. Бонойте, Мария. Доброй ночи. Доброй ночи. Диктатура Альказара — это просто ужас какой-то. Салазара. Генерал Салазар. Вечно я их путаю. Золотая клетка. Мы думали, на ужин будет треска.